Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня я вам расскажу, как научить ребенка считать. Первый момент – это на качелях. Все дети любят кататься. То есть вы начинаете катать ребенка, потом говорите: «Все, я вроде тебя покатал, давай». Он: «Нет, нет», – говорит вам, – «ну еще». А вы тогда говорите, мол, тогда давай будем с тобой считать. Он: «Нет, там типа не хочу, там что-нибудь, да, ну тогда я пошла». Вот, и тогда ребенок соглашает: «Ну да, ладно, давай, хорошо». То есть вы его катаете, да, так вот, ручкой, один, говорите, он за вами повторяет обязательно: один, два, два, три. Вот. А я помню себя в детстве, меня бабуля учила считать, я так научилась в детстве считать до 100. Вот каждый раз вот так, когда она меня катала, мы считали до 100. Это, кстати, я довольно быстро научилась считать. А в садике, там, не знаю, года, наверное, 4-5 мне было, я уже умела считать до 100. То есть это вариант просто идеален. Второй момент – мой руки. Когда вы моете руки, особенно сейчас, в период карантина, то есть мы моем руки уже по 20-30 секунд, и, соответственно, считаете вместе с ребенком, он за вами должен повторять. То есть моете руки себе, ему, или сразу вот ему один, два, то есть до 10 досчитали, заново пошли опять один, два, три, досчитали до 10, то есть 3 раза, да, и как бы такой момент, кстати, тоже очень-очень прям такой хороший. То есть вы моете руки каждый раз перед едой, то есть где-то 3 раза на дню вот так вот посчитать, ребенок тоже научится довольно хорошо считать, но обязательно надо не забывать, чтобы вы ребенку показывать, как выглядит эта цифра. То есть обязательно у вас должны быть какие-то карточки, где вы показываете, что вот это вот единичка, вот это вот двоечка, вот они лежат по порядку вот так, это правильно. Чтобы, допустим, вы садитесь заниматься, допустим, мы с ребенком садимся заниматься, мы сначала алфавит повторяем полностью, но он его уже наизусть знает. Вот, потом вот эти вот циферки, то есть вот она один, это у нас один, два, три, четыре, то есть вот так вот. А также, кстати, очень хорошо купить, допустим, если вы не смогли купить, сделать самим какие-то большие такие карточки, циферки, чтобы он пальчиком водил. Один, два, или, допустим, там можно на подносик наложить там манку. То есть в манке вот это вот один, два, манка там или вот что-нибудь такое, крупу какую-нибудь. Можно, допустим, как такой вариант, очень хороший. Также третий момент, у нас идут стихи со счетом. То есть, допустим, найти какие-то стихи, сами сочинить. Допустим, из своего детства я помню стих 1, 2, 3, 4, 5. То есть счет идет, да, 5. Вышел зайка погулять, пиф-паф, ой-ой-ой, потерялся зайка мой. Ну, я говорю потерялся, то есть там стихия было убили, а я говорю потерялся, как-то это более интересно, как-то попроще, зачем говорить ребенку, что его там уже убили. Вот. То есть и повторяете этот стишок, повторяете, и вместе с ребенком, чтобы он тоже повторял. Или, допустим, считалку, допустим, садитесь заниматься или играть в какую-то игрушку и считаете 1, 2, 3, 4, 5, там тра-та-та-та-та-та-та. То есть ребенку это будет интересно. О, там считалка, оказывается, есть. Там, прежде чем там кто будет играть, там, ну, допустим, что-то такое. И также у нас четвертый момент. Ежедневно что-то пересчитывать. То есть, вот видите, да, у меня здесь лежат мандарины, апельсины, яблочко, они не просто так лежат. Допустим, с ребенком пересчитывать. Также вы, допустим, готовите суп. И надо посчитать, сколько картошек у мамы. Там, давай ты мне помоги. Давай посчитаем, посчитай картошечки. Там, один, два, три. Ага, три картошечки у меня. Там, морковки давай посчитай. Там, и это давай посчитай. То есть, просто пересчитывайте. Или, допустим, идете по улице, там, допустим, машина стоит, давай машину посчитаем, допустим, если это мальчик. Давай там, я не знаю, одуванчики посчитаем, смотри, тут вот полянка небольшая, давай их посчитаем, то есть давай деревья посчитаем. То есть вот такие вот вариантики маленькие, или там играй, давай вот игрушки посадим, давайте игрушки пересчитаем, там сколько у нас тут игрушек сидят. Сколько у тебя кубиков там? А может, мы кубики потеряли? А давай посчитаем, давай. То есть, ну, вот такие вот моментики. То есть, с ребенком нужно обязательно заниматься, чтобы потом он у вас в учебе не отставал и не было в будущем каких-то проблем. Просто потом в садике ему, допустим, самому будет обидно, что все дети там умеют до 100 считать, а он не умеет.
и ему это будет обидно, и потом будут определенные сложности в школе и так далее. На сегодня это все. С вами был канал Артмания. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, путешествия, обзоры, как мы с сыночком живем, путешествуем, развиваемся, занимаемся. Там очень много занятий. Вот, как мы с ребенком, как я его развиваю. Моему сыну 3 года и 10 месяцев. А вот, также есть ролики, обзоры на технику, на продукты из фикс-прайса, светофора, победа, из обычных магазинов. Кулинария, живопись. И там очень-очень много всего интересного. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Вопросы, может быть, какие-то у вас. Я обязательно отвечу. Я вас всех вижу, всем отвечаю. Вот. Также ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.